Прибалты продолжают нас кормить негодными продуктами питания. Вот они, Евросоюз. Вот там НАТО. То шпроты латыши, гадость всякая, то теперь килька эстонская, то молочные продукты литовские. То есть специально делают. Наш Роспотребнадзор все правильно фиксирует. У них есть хорошие шпроты, хорошая килька, хорошая, но для Европы. А для русских отходы. Помните один Акруашвили, бывший министр обороны Грузии, что орал? Что русским даже из дерьма сделаем вино, они купят. Подлец. Видите, как говорил о нас с вами? Однако Грузия стала на колени перед нами, а не мы перед ней. Чтобы ее Хванчкара появилась здесь, хинкальные появились. И боржоми. И пусть по-русски пишут боржоми, а не на английском.